Построить дом, вырастить ребенка и посадить дерево. Некоторым тюменцам сегодня удалось осуществить одну из жизненных целей. А именно принять участие в экологической акции «Высадить яблоньку в новой аллее». Софья Андреева неоднократно принимала участие в подобных проектах со всей семьей. И на этот раз она не осталась в стороне. Каждый из нас может сделать мир чуточку лучше. И если для этого можно посадить хотя бы одно-два дерева, я считаю, что можно выделить в течение дня это время. Поддержать акцию «Сохраним лес» решила и одна компания. В рамках озеленения города организация пообещала высадить 1000 деревьев. Сегодня в районе развязки монтажников Федюнинского появилось 400 молодых яблонь. Данная велодорожка, велопешеходная дорожка активно используется жителями как раз микрорайона в районе улицы Монтажников и Петровским островом. Используется тут в качестве пробегов на летних лыжах, так называемых, на роллер-лыжах. Просто пробежки. Я думаю, что эта аллея с двух сторон, когда деревья вырастут и начнут особенно весной цвести, очень радует будут жители этих. Мы, как управление дорог, всегда поддерживаем данное мероприятие по озеленению города. На наших объектах в том числе тоже производится в границах объектов и озеленение, благоустройство, выставка зеленых насаждений. И это все приводит к экологической балансу в Тюмени. Сегодня в экологической акции приняло участие около 100 человек. Уже согласованы места, где в будущем будут высажены оставшиеся 600 деревьев. Это кольцо монтажников Федюнинского, транспортная развязка на пересечении улиц Мельникайте и Дружбы, а также на участке между этой развязкой и мостом Тура. Мария Ремезова, Илья Фоминцев, Тюменская служба новостей.